Знаете, о чем мечтаю в творчестве? О такой стульчик. Сцена. Ну, стульчик на сцене. Столик. Кофе, зажигалка, сигареты. И часа полтора читать свои стихи. И чтобы в зале было человек 300, не больше. Камерная вещь. Я проведу такой творческий вечер. Может, даже накануне собственной смерти. Но эта мечта, она должна сбыться. Не о многом я мечтаю. И если это не сбудется, это несправедливо. Мечты должны сбываться. Стульчик, столик, кофе, сигареты и рукописи. И строфы, мысли.